От снега и наледи в Люберцах ежедневно очищают выходы из подъездов, тротуары и парковки. Но с какими трудностями сталкиваются коммунальщики во время очистки крыш многоквартирных домов, узнала наша съемочная группа. В первую очередь, внимание скатным крышам и домам с близким расположением тротуаров. Это представляет наибольшую опасность для пешеходов. Таких домов в округе не одна сотня, работы хватает. Но часто коммунальщики сталкиваются с препятствиями. Приезжаем оперативно, где можем сбивать, где трудности, машины стоят, не можем сбить. У некоторых висят номера на машинах, а у некоторых нет. И приходится обзванивать все квартиры. На это тоже время выходит. Из-за снегопада коммунальные службы работают в усиленном режиме. Закончили один дом, переходят к другому. Качество уборки снега и наледи проверил глава округа Владимир Ужицкий. В этом году снега очень много. И те, кто любит зиму, любит снег, они радуются. Я общаюсь с коммунальщиками, дорожниками, у них радости мало. У нас сформировано изначально порядка 43 бригад. У нас 10 вышек, где-то порядка 150 человек рабочих, которые, по сути, постоянно обслуживают крыши. Очистить все кровли в сжатые сроки после интенсивных снегопадов удается не всегда. Поэтому жителям нужно быть предельно внимательными, не ходить близко к домам и обращать внимание на скопление снега и льда на кромках крыш. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.